Всем привет, дорогие мои подписчики, с вами я, Юля. Простите, что долго не было видео, но нас набралось уже 17 человек, и это огромнейший праздничек, конечно же. Но, понимаете, я приболела, вот почему у меня такой голос. И это ужасно, я не пойду в школу завтра, завтра среда. Ну, как бы сегодня вторник, да, это понятно, да? Вот. И, короче, я бы хотела поговорить просто, ну, я не знаю, может быть, будет back to school поздний, очень поздний, прям в сентябре, да. Вот, также у нас еще там, сейчас все расскажу, и приступим. Итак, короче, да, у нас будет день учителя, но я надеюсь, мы в субботу не будем учиться, потому что... Ну, как бы, 1 октября день учителя, это преподать на субботу. И, блин, ну, какой-то ужас. Наверное, просто, да. Вот, и то есть, понимаете, я сейчас приболела, но, может быть, видео буду снимать, ну, как получится, короче. И... Видео асмр, возможно, будет. Ну, не знаю, короче. Вот. Ну, в общем-то, я думаю, это все было. Хотя, да, может быть, там еще будет видео всякие на разную тематику. Ну, когда уже я выздоровлю, будет там видео с Дашей 2006. Вот. Также будет еще, может быть, много разных. Много-много других видео. То есть, ну, в общем-то, да. Спасибо за то, что вы подписываетесь на меня. Если вас станет еще на одного человека больше, я просто буду просто. Потому что больше 17 подписчиков у меня никогда не было. То есть 18 это уже все классно. Окей. Поэтому поставьте, пожалуйста, под этим видео лайк. Подпишитесь на мой канал. И напишите, пожалуйста, комментарий, мне очень интересно читать, что вы мне пишете, поэтому, да, всем бай-бай, я люблю вас.